Ну что? А вот и я. Продолжаем играть Need for Speed на BMW. Сейчас я сделаю игру. А то что-то у меня там только два видео. Давайте играть в Razer. Сегодня мы будем играть Need for Speed опять. Вот в это. Я сделал как выход Александра Васильевича Маслякова на КВН. Это наша юморская передача. Вон там. Ну что, ребята, мы начинаем NFS. Так, видео. Что я могу сказать? Ни пуха, ни пера. К черту! Хай, я Джози Марон, я играю... Вот это не тапок, а вот это. На всякий случай. Все. О, чё есть? Давайте на этом покатаемся. М3 пока бросим. Машина Рейзера. О, да, вот это звучок. Так, у меня игра записалась. Так. Микрофон включен, я слышу себя. Auxilion включен. Устройство воспроизведения. А, ну. Главное, чтобы все записалось. Блин, машина Razer сразу готова. В начале игр. Это вообще. И первым мы поиграем вот это. Вот умные люди в курсе, поэтому их здесь нет. Они плохо сделаны. Тянет машинка. Обычно эта версия хреново ездит. Почти, этот гад что-то задумал. Thank you.
Я возьму твою тачку, малый. А твою подушку потом. Утрешься, болван. Его машина, на самом деле. Сделана. Сейчас сделаем, как в начале игры. Внимание, он... У нас Рейзер. Я у него на код 3, он не снижает скорость. Повторяю, он не снижает скорость. Код 3. У меня код 6. Сам не справлюсь. Прошу помощи. 34, право, 24. Крепление уже выехало. Все, дальше он без колес не уедет. Как полицейская машина в Need for Speed Rivals. А вы видели, как я сделал в начале заставку? Я вышел на сцену. К вам, ребята. Так, подождите, он меня их потеряет. Вот. Это тоже неплохо. Подкрепление уже выехало. 1087, вызов принял. Код 3. Ага. Здравствуй. Я собираюсь прижать его к обочине. Будем как Рейзер грубы. Да вообще. Вызывайте подкрепление, срочно! Экипаж выведен из строя. Ты думаешь, я тупой? Ты продаешь нас копом. И ты это заплатишь. Что-то наши ребятки часто попадаются. Почему тебе пишут? Может быть, у вас роман? Как я нормально так, да? Войдет. Опа! Делаем все как Рейзер. Да, наверное, поехали на бонок. Ну, написано РЗ на машине, то есть это Рейзер. Оцепление в радиусе 10 кварталов от точки. Я специально так оставил.
Смотрите, теперь что получится. Как только я активирую дальше. Его машину покажу сзади. Смотрите. Так. Опа. Это снова я. Тут один коп, зовут Кросс, очень тобой интересуется. Ездит на корвете C6. Это вот тоже третье видео, где я покажу мод Разора. Окружат, бибикнуть не успеешь. Меня так уже раз прижали. Ладно, если что, свистит. Да пошла ты. Я хочу погоняться на машине Рейзера. Машинка тянет. Они нитро оставили для того, чтобы... Кроме этой скорости можно было еще добрать. Смотрите. 300 километров. 334. Вот это... Вот это я понимаю. Но это мы пока в начале. Потому что смотрите. А. У нас здесь беглу. Видите? Тут-то галочки все. Я Иси прошел. А тут их нет. Ну, все равно, что он вне игры. Давайте играть. Ну что, кто против настоящего Рейзера? Хотя я могу и сделать. И с Форда Мустанга это же. Но не будет этих букв РЗ. А так, это он. Угу. С племенем. Что-то задумал. О-хо-хо-хо, вот так еще, да. Машина уже отрегулирована, так что я ничего менять не буду. Блин, на Мустанге Рейзера. Это ж... А вы слышите, когда я как достаю? Все 5 цилиндров работают, ребята. Неплохо. Давайте еще кого-нибудь. Давайте на истребитель, на фоторадар попробуем тачку.
забыл сказать. Готовим чаёку и погнали. Как машина Райана Купера, тоже быстрая. Машина по умолчанию Райзер. Вот это звучило. Че он там, что-то он там это устроил. А давайте, ребята, я знаю, где отключить кое-что. Смену ракурса. Это, короче, не будет ракурсов. Можно просто прыгать. На тапке я это сделал. Смена ракурса — это, короче, когда прыгаешь и чем-то еще делаешь. Врезаешься в полицию. Ой, вот так. Как я делал в Трилл Рейсинг, да? Похоже, да? РЗ. Опа. Пончики. О, донат. Нет, так лучше. Видите? Не показалось. Обычно фокус был. Тогда? Нету. Я отключил. Ну давай. Здравствуй, дядя полицейский. Внимание, у нас опасный гонщик Разо. Постараемся заблокировать ему ход. Думаю, он остановится. Он тормози, берегись! Контакт потерян. Ждите. Полное безумие.
Да, я агрессивный. Да. Вынудил их поставить блоки. Данным код Шей двигался на юг по бульвару Бейшо. Сейчас у меня режим погони. Включен. Чарли 14. Что у вас нового? Нет. Вот то, блин. Круто получилось. Что код 6 ехал на запад мимо депо. Решено выставить оцепление. Вызов код 6. Координатор пост 3. Не, конечно, сохранение хорошее. Мод хороший. На все машины из Need for Speed. Особо опасен. Ну что, продолжим играть. Профиль. И я свою игру. Блин, ну звучок, конечно. Это Сьерра 1. Станция 943 между вами и указанным квадратом. Ждем указаний. Внимание, всем прекратить погоню и продолжить патрулирование. Последние данные доступны в системе. Он на первый делал, да, у нас? Давайте хоть найдем какое-то место похожее. Типа вот так, да? Ты в курсе, что мы ставим тачки на кон? Вот умные люди в курсе. Поэтому их здесь нет. Фирменный разворот Рейзера сделал.
была неплохая тачка. Сохранил. Слушайте, машина мне там сунт открыта. Это ее тачка. Джози Марон, которая снимается в Ван Хельсинг, кто знает. Ну-ка, давайте покатаемся на RX-8. Выйти в город? Yes. И из ролика машина, который я вечно пропускаю. Слушайте, то тоже модифицировано. Этой тачке мы и к Биглу и поедем. Нормальненько так. Эй, ты что делаешь? А я, как всегда, Need for Speed долбаются в задницу. В задницу. Коса. Шесть тысяч рейтинга. Угу. Плюс один. Что-то как Need for Speed, карбон, да? Мы там вначале выбирали машину Mazda для тюнинга. Ч-
Слушайте, а я хочу вам показать, что я... Видите? Виды отключил прыжков. Смотрите, я сейчас прыгну, а ничего не будет. Видите? Ничего не произошло. Тут должен был быть показан ролик. Нету. Так даже лучше. Тихо там сейчас. Посмотрим, там один чувак проедет. О! Нет? А, это он. О, там шуширует. Тьфу ты. Тьфу, полиция. Тьфу. На полицию нарвался. Почему все там и его? Завалим, что ли, мужик, там... Нет, там он сидит. Я не знаю, что у вас с этим типом, но я разузнаю. И погнать, что в него трескаться. Наоборот, хорошо едет. Куда заехал, то сюда тебе нельзя. Прямо как в фильме «Форсаж», да? Да. Или в «Токийском дрифте». На оборотах уехал. Вот они обороты. Да. Ну как вам нравится это сохранение? Я думаю, нравится. Я в восторге. Определенно на этой машине к бегу поедем. Него оставшиеся гонки. Нету доступа к бегу. Как говорится, рон-дон-дон. Да, можно понаваливать на этой машинке. Оборот. Полоску эту внизу. Так, нормально.
Еще бы на машине Рога покататься. А она, по-моему, тут есть. Внутри гаража. Не сидят идиоты, создающие игру. Все машины главных героев здесь. В этом состоянии. Ой, DC-13. Вот это скорость. А, вот это. Оп. Дополнительное время. Учись! Ау! Вывернул. Да, расцветочка мини. Когда помните, там Кросс приехал, а она свалила. Вот это и тачка есть. Оп, истребитель. Это про то, что про радар, когда запищит. Жми закись. И они прячутся за поворотами, правильно. Всем, 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 новый выбор. Автомобиль на большой скорости ехал на север по бульвару Бейшо. Свободным патрулям приготовиться. А я специально еще заднюю... Да, вот так вот. Воу, воу! На! Уточните координаты точки. Оставайтесь на связи. По бульвару Бейшор? А, ну да. Диспетчер, это 2-4. Приближаюсь к объекту с северо-запада. Подтвердите запрос. Внимание, всем прекратить погоню и продолжить патрулирование. Последние данные доступны в системе. Я специально так прикольно получилось. Зациклю машину. Давайте уже к беглу ездить. Так, 5 из 3. Последняя гонка и будем. И будем воевать с беглу. С тигром. Что это было? Ребят, вы чё? Один уехал, вперед. Догоняй.
По-моему, тут уже сложно. Да пропусти ты меня. Чё это в трафик? Мне кажется, я уже продул. На финише. Вон он. Я вторым приехал. Черт. Все, тапок в пол. Ну вот, теперь победа будет определенная. Короче, тут уже сложно пошло и беспредел.
Вот и все. Ну, конечно, на мининой тачке. Ничего я не слышу, что я говорю, потому что я уши одел. А если бы без них, я мог с вами общаться. Да я и так общаюсь. Давай, все. Два из двух. Я на первом месте. Лидируем. Поток объезжаем. Ну все, у них нет шансов. Я так корпусом, что я не статичен. Я здесь. Все, победа. Итоги гонки не надо. И так первый. Сейчас, наверное, будет полиция. Она всегда после каждой гонки есть. Вот сейчас ты диспетчер. А или... О! Окей, теперь на очереди Биг Лу. Звони ему, назначай время и место. Уже назначил. Я же сказал, полиция будет. Вызов. Надо к Биглу. Описание объекта пока нет. Ждите новой информации. Вызов принял, проверяю, ждите. На этой тачке поедем или на Райновой? Полиция. Объект наблюдаю сейчас. Уходит погоня, код 3. Требую дополнительных экипажей. Сам я не справлюсь. Вас поняли, Чарли 28. Подкрепление уже выехало. Ага, как же у соперника врывался, долбанул меня. Вот так. А знаете, почему тут хрупкие предметы? Это за место электроимпульса или там еще чего-нибудь, которым вы используете ход пурсют или врывался. Вот у вас. Вот так. Сейчас выпускаю его с дороги. До связи. Ой, до третьего уже доходит. Код 6 ушел, прием. Где он? Последний раз код 6. Я знаю, где бегу сидит. Я просто посмотрел, едет. Чарли 2. Это Зоу 5-1. Доложите обстановку. У нас
все по-прежнему, прием. Рекомендую снизить скорость. Слишком большой риск. 10.33, 10.33. Внимание всем, впереди заграждение. Внимание, нарушитель пытается подрезать меня. Вот он, вижу, подключаюсь к преследованию. А я всегда так пользуюсь. Раз. Все. Видели, ничего не было, я тут прыжков никаких. Хотя я прыгнул. Блин, ну вы меня достали. Я к вам в полицейский участок поехал. Ничего не происходит. Потому что я функцию отключил. Все. Давайте. Нам пора. А вот здесь. Здесь бегло. Вот, наконец-то я вспомнил. Вот. Тут. Давайте. Вот здесь, на этом переулке у нас стычка с беглу. Все, наконец-то. Вот, я же сказал, звездочка тут находится. Хотя да, ну, да. Все. Стычка с беглу, наконец-то. Вот этот тигр приехал. Ну, я тоже тигр. Мазда. До свидания. We'll be right back.
в округу с ним. Ты что делаешь, а? Падла. Ха! Хорошая гонка. Хорошо, я его. Ну и последняя серпантин. Блин, мы едем. Так задувает, холодновато. В Москве холодно. Хорошо я прохожу, да? Имею в виду углы. Как они называются? Corner slide. Слайдим. Thank you.
Еще второй круг, я знаю, убегло три круга на последнем. Это все, гоним на финиш. Вышел из строя. Следующий бароша. Барон. Карл спит. Ролики тут отменили, потому что это сохранение Разор. Смотрите, без него. Ну, почитайте пока. Барон у нас сам, если дело, да, ну, это я помню, изысков. А, нет, есть ролик. Ролик есть. Давайте посмотрим. Я думаю, его отменили. Маршак, Порш. Вот самый Разор. Эй.
пойдемте в гараж, посмотрим. Может, еще открылась новая тачка. Покататься. Потому что это 9-я. Вот, машина Роджа. Надо барона победить, и тогда откроется вот эта машинка. И даже просмотреть нельзя. Короче, тут все машины из черного списка. Это машина Теза. Машина Кросса. В разброс тут. Так, потом Кросс. Потом машина Санни. Потом, конечно, эта тачка. Toyota Supra, это Вик. Вик. Это одна машина Ронни. RX. Мустанг Рейзера мы ездили. Ну и вот это. И вот это. Все. Блин, вертолет, да? Как в Half-Life 2. Когда там, внимание, блин, нарушитель. Теперь вы неопознанное лицо номер один. Статус отозван. Давайте на этой тачке. На машине Ронни. И сразу же какую-нибудь гоночку. Давайте вышибалу. Вышибала, это Eliminator. Блин, машина Ронни. Как это он? Вот так. А, стоп, стоп, стоп. Для этого момента тогда надо кое-что сделать. Я потом сниму. Видите, нету роликов прыгательных. А они мне мешают. Все. Погнали. Ронни вперед. Я потом очки сниму. Я прохожу сейчас Ронни, поэтому оденем.
И этим, кстати, усложняется, что не показывают прыжков. Как в настоящей жизни. Я твой асфальтовый каток. Я просто поставлю тебя на место. Бум-бум-бум. Прыжок, прыжок. И красивый кадр. Перекрестил тебя. Ну все, я выиграл. Второй канал, внимание. Замечены гонщики нелегалов. Как минимум, один из них только что уехал на восток. По уши. Внимание всем экипажам. Кто еще известно? Приметы точно неизвестны. Показания свидетелей расходятся. Ждите. Без мишуры. Начинаем огонь. Код 3. Код 3. Это называется. Вызов приедет. Без... без ролика. Просто аура показалась, что меня нашли. Принято. Чарли 2. Ну что, Ронни, давай уходи. Надо пари пройти. Я собираюсь идти на перехват. 10-75. Он вижу объект на большой скорости. Необходимо крутить. Внимание, объект пытается вытолкнуть меня с дороги. Координатору нужны новые данные. Пока все без изменений. Едем. Зарабатываю деньги. И рейтинг. Принят, присоединяюсь.
На тебе, зажал тебя. Ау! Тут какая-то хреновина мешается. Какая-то хреновина мне помешала. Подтверждаю, объект задержан. От корабля. Блин. Рони попался. Откупимся. Ну что, давайте. Давайте на выход садиться. Но я с нее-то и на ней-то и хотел ездить. В основном. И сейчас будем всегда побеждать. Давай, Райан Купер. Видите, машина сразу меня затемнили только. Давай, Райан. А там уже есть у него нагнетатель внутри машины. Свой. У этой тачки. Так что поэтому и нету нижней полоски. Меня кто-то догоняет, но ничего. Я сейчас ускорюсь так, что меня не догонит.
По-моему, у машин, которые я играю, неубиваемое стекло. Стакло. Я вон врезаюсь и ничего, оно не лопается. Вот и все. Победа. И победа в гонках от барона. Округ Розу. Поступили жалобы на уличных гонщиков. Один из них недавно отследовал на восток. Почувствовал его и патрулям в этом районе полиции. Еще подробности есть? Нарушительно показания расходятся. Оставайтесь на связи. Вызов принят. Готов направиться на перехват. Где-то вот 7-8, где на спидометре написано. Там у него обороты. Видите, где 7-8. А не тут. Догнал того Шумахера. Сейчас разберемся. Код 3. Повторяю. Код 3. Он и не думает тормозить. Это же обычно городская машина. Надо... чтобы он за нами ехал, а то потеряет. На втором уровне можно уже не бояться. Они за мной едут. Или на третьем. Я постараюсь толкнуть его. Внимание всем постам. Все свободные машины в мой квадрат. Ну вот это похоже на игру. Нет, я не ушел, я тут. Главная игра игры. Игры. Давай, тапок в пол. Кочегарим. Вот так. Одна машина у них. Неправильно. Набираю группу для вас. Оставайтесь на связи. Код 6 скрылся. Срочно организуйте поиски. Всем. В момент потери контакта код 6 ехал на юг через разведку Гамбу. Отцепляем район к востоку от точки. Код 6 сохранен. Вас понял диспетчер, это Чарли 3. Иду на помощь, код 3. Диспетчер, мы задержали подозрительный автомобиль. Примерно подходит, выполняю поверку. Сегодня без обеда, это не он. Опять вы без обеда. Как не включаю, вы все без обеда. Копы без обеда. Внимание участникам погони. Объект скрылся. Продолжайте патрулирование.
И хорошо, что стекла темные. Могу я узнать, что это моды. Где там наши долгожданные 300 км в час? Что-то я не чувствую. А можно все камеры пройти, потому что это М-ка. Похоже, эта машина просто и из начала игры. Потому что первая, вторая. До пятой не хочет доходить. Вот пятая. А шестая это только на прямой. Ой. Прости. Ты живой? Думаю, живой. Тысяч. Ну, типа, это тачка так, как в реальной жизни. Под 200 едет. А напрямую она будет вообще гнать. Вот прямая. Бегать 90. Вот оно там. Понятно. Внимание, в 911 сообщили о нарушителе. Код 6 ехал на юг. Через замену патруля приготовиться. Это я так назад и повернул. Уточняем. Ждите описание. Поверните направо. Воду вот. Двигайтесь 2 километра. А потом сверните направо. Ох! Опять с нитро. Мне нравится, когда я попадаю на фотографию с нитро. Ой. Веди себя хорошо. Понятно. За индексом. Внешний вид поменять. Но звук в машине как раз бэхи. Как надо. Сейчас на ровную дорогу выйдем. Под 300 можно. Ну вот, вот оно, заветное 300. На этой машине. А если вилять, то будет под 200. О, братан, ты чё это? Извини, что я за тебя врезался, но... О, полиция. Объект наблюдаю сейчас. Уходит, погоня, код 3. По 99-му шоссе.
Доиграем до X3, до удваивания. До полиции штата. Ну, давай. Тарань. Я тебя лучше потараню. И где это заграждение, черт возьми? Наконец-то я рейтинг я выиграл. Теперь деньги. Я по очереди буду. Давай. Похоже, мне удастся уйти, да, ребят. Круто сказал. Я его габарит сломал. А еще. Задние фары. Так даже лучше. Ой, блин, это машина. Черт. Это машина. 10:33, нужна помощь. 10:42, блокируй, я зайду с той стороны. Повреждение минимальное, объект уходит. А чё, у меня БМВ, можно и... Он заехал на поле для гольфа, срезает угол по нему. Попробуем не упустить. 10:42. Приступаем к задержанию. Бип-бип. Бип-бип.
Пропусти. Подождись в погоне. Да. А теперь продолжим. Сейчас он ускользнет от меня. Опять без габаритов остался. Он резко тормозит, осторожней! Иди, козел, что ж ты делаешь? Что я делаю? Я потормозил. Последний. А, вы же не знаете, что там. Я на месте, где пари рейтинг, я нарисован. Моя камера там. А вы считаете, что я подхожу? Завершено, значит завершено. Ну, значит я молодец. Ой, полиция штата. Есть. Полиция штата. И еще джипы. Вот теперь будет интересно. Вот теперь я. В атаку пошел. Это называется патруль. О, и джипчики приехали. Точно, полиция штата и легкий джип. И в танце вальса. Ну, блин. На наверное спрячемся. Я припрячу машину. Вот так. Все, я спрятался. Меня нету. Код 6 скрылся, он где-то в этом районе. Перед тем, как скрыться, нарушитель ехал на восток, мимо автовокзала. Начинаем оцепление района. Передаю вызов на пост 2. 10-4, 10-4. Все, прячемся. Он ушел, но недалеко. Проверьте мой квадрат. Да блин. Объект, не спрячешься. От полиции штата не спрячешься. Надо умно сделать. Вот так.
все, меня нету, меня нету, меня нету. Я спрятался. Все, меня нету. Когда объект видели в последний раз, он ехал на юг. Типа тут по проезду был, да? Немедленно отцепляйте этот район. Он не мог уйти далеко. Все, как меня... Вот 6 сохранен до особого распоряжения. Ну, и чего? Вау, уехал. Да, поехали. Все. Это не он. Отпускаем. 18 машин вывел из строя. Но я даю. О, все, все пари. Все, оно все дублируется. Вот, вот пари. Я все прошел. Внимание участникам погони. Объект скрылся. Продолжайте патрулирование. Жужжу двигателем. У них машины, у них стекла ломаются, а у меня нет. И хорошо. Типа повреждений ноль. Так, побед. Набираем побед и к барону. Надо все использовать, и турбину. Что-то вот так. Нитро набралось, можно нитро. Переезд. Ой-ой-ой-ой-ой. А кстати, все на ноябрь. Настоящая осень началась. А как раз видите, Мустланд это переведен тут, осень наступила. Можно и зимние какая-нибудь. Есть мод. Не знаю, но мне больше всего осень нравится. Внимание всем, замечен нелегальный гость. Так что вон листья все желтые. Хорошо, что я выбрал сейчас играть. Дополнительная информация есть? Нету. Иди в жопу. Нарушитель на серебристом БМВ. Вызов принял, следуй на место.
Вот и... Вижу нарушителя, код 3. Уходит зараза, прием. О, хороший кадр. Колесико. Боковая часть машины. Объект обнаружен, код 3. А теперь поиграем с полицией. Я играю задом. А вы как думали? У меня с плечами большой стайл играть в Most Wanted. Джипы приехали. Еще раз джипы. Они нам замолдовали Райана. Ничего. Пойдем разносить магазин. Я люблю сейчас так тянем за собой по полицейским. Представляете, он съехал в магазин. Наваливаем боком. Д-500 за две машины. Внимание, прикрытие. По последним данным, код 6 ехал на север. Через развязку Кенза. Выезды из района будут перекрыты. Это 2-4. Мы бьем вас. Приближаемся. Группе Дельта, внимание. Диспетчер, кажется, мы его нашли. Приметы совпадают, он нас пока не заметил. Если я буду резок, то они будут говорить новое что-то. Поступило сообщение, что объект ехал назад. Я профессионал. Оставляем отцепление в радиусе
Профессионал. Так, уже джипы поставили. Тяжеловесов. А вот это можно... А! Ты что, тупой? Он меня попустил. Пожелайте мне удачи. Мне нужны все свободные машины. Немедленно присоединяйтесь. Будут через полторы минуты. Я не вижу его. Попробуй найти. Все нормально. Я засек его. Он здесь. Диспетчер, я остался один. Пришлите подкрепление. Теперь они мне будут ставить везде. Я на той стороне. Заграждение. На рейтинг играем. Присоединяюсь к вам. Ой-ё, он вернулся и на нас обратно. Внимание, он только что врезался в меня. Он врезался в машины. Но вы мне поставили заграждение, что мне осталось делать? Поставили. Да. $92,500 рейтинг. Все, ладно, сваливаем. Я потерял его. Начинаю поиск. Код 6 скрылся. Срочно организуйте поиски. Ебаш. А у нас тут на машинах написано. Хуя ебаш. Придурки. О, все. Привет, слушай. Тут люди говорят нехорошие. Будто бы ты пашешь на копов. В рот, естественно. Но на твоем месте я бы кинулся доказывать обратное. Я пошел до копов. Да ты чё? Сколько там осталось трассы? Хочу уже к барону приступить. Два раза еще гонки. Блин. Ну ладно. Это я так для красоты.
всем, кто на связи. Замечена группа подозрительных автомобилей. Один из них только что уехал на восток. По 99-му шоссе. Ближайший патруль. Направляйтесь туда. Нитро быстро уходит. Описания объекта пока нет. Ждите новой информации. Вызов принял. Сообщите подробности. Дело уже завели? Если да, сообщите мне его номер. Уху! Прыжок. 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 Оборот. Ох, сейчас я, по-моему, в стенку врежусь. Ну ничего. Что-то кто-то там пришел на этаж. Кто-то у нас сегодня гости. Гости в гости. Поэтому я буду сидеть уже в стриме. Спокойно и не мешать. Так. 5 из 4, ну блин. Все, последняя гонка, давайте к барону.
Повторить вызов, ответьте. Что еще? Нарушитель на серебристом БМВ. Да, сейчас проверим. 10-6. Подтверждаю, выполняйте. Внимание, внимание. Объект в розыске. Много неоплаченных штрафов. Свободные экипажи, будьте готовы. Объект скрылся. Окружайте мой квадрат. Свидетель сообщает, что объект ехал на ход через Норфей. Примите решение оцепить район. Уточните координаты точки. Оставайтесь на связи. Сейчас будет ролик. А я на машине BMW приехал к нему. Вот это будет стайл. БМВ против Барон.
блин. Что ж такое? Продуваю. Выиграл. О, машина ворона. Мне в список. Ну все, ребят. На игры я всегда завершаю, я беру, знаете, я двоих обычно прохожу. Давайте посмотрим, кто такой Эрл. А, это в Рокфорд потом попасть. Маришка позвонила. Мы прошли до этого, как его называют-то, до Эрла, а с него, а, да, барон 10-9, это уже пошло в иерархии вниз, как это называется-то,
Ну, конец игры. До первого. Ну, все. Так что подписывайтесь, ставьте мне лайк, если вы захотите мне на это поставить. И я думаю, вам понравилось. Всем удачи на дорогах. И будьте здоровы, потому что COVID-19 это штука очень плохая. Я появился. КВН. Это значит юмор. Юмор никогда не опустит флаг.